Да, папа, ну мы вот едем, он говорит, сначала тебя заберет, а потом... Ой, авария вот на третьей улице. Ну, к третьей подъезжаем. Я тебе сказал, что сделать. Ух ты, елки-палки, погоди, авария. Хрена себе. Я и мой брат дебил. Тут 19. Ёб твою мать, блядь! Погода что-то как хорошо стоит. Есть, есть. Ой, блядь. Ой, блядь. Охуеть. Охуеть. Подожди, 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 подожди. Надо это. Давай, давай. Как ему кричали, что он нарушает все требования? Как ему кричали, ты это что себе позволяешь делать в день субботний? Как на него кричали? Знаете, поменялись времена.
про поколение, можно сказать. То есть, когда приезжаешь утром, приезжаешь и видишь, что улица названа именем парня, который ты видел с кем-то в пионерском лагере даже. Пятница сегодня. Ой, ребята, ребята, кто только что присоединился. Если говорить о том, что упущено и что вы пропустили, то можно поговорить о том, живой? Нормально. Кепку не забудь. А? Кепку не забудь. Да вот, я за нее и стал. Да я видел.